палящее светило к зениту подходило. Поливые страдальцы почти что не гляже, горели словно пробки, когда их колотило. А убежать боялись свирепые сторожи. А где в руках держали презумпции или вилы, не разглядела. Я близко к ним не подходил. Был каждый из охраны похож на гонадрина с коричневым подшерстком, цветущим полный сил. Братва на дороге тихонько загибалась. Сбегались в жажде губы, исчезала речь, а грезящим от зноя картинка рисовалась. Духовка, сковородка, надобренная печь. Охрана очередно к киоску убегала за спрайтом или пивом, там холодильник зимний. А старший, насосавшись туборно из бокала, присел на табуретку и кэрол закурил. Поймав момент, решили два страждущих схвататься. Не выдержав жарищи, рванув, что было сил, английскую монету не стал, не смел прощаться. Но их узрел дозорный, а может, кто вложил. Бывалая погоня помчалась, подбивая, и вот ведут обратно, чтобы остудить их пыл, чтоб неповадно было, и пыл их остужая, к пожизненной жаровой старшой. Приговорил. Вот так бы и пропали участники победы, ругая Прометея, что подарил огонь, а заодно и старца, который человека, покинув дом из бочки, искал, как бог гармон. Наступило время, а время наступает. Живительная влага явилась из небес, и ни один, сгорбившись, ночами все кропает. Стихи, как слово чудо, не ведал чудес. Тут говорили как-то, хоть это и не ново, что красота спасет мир, как хворых аспирин. А я так точно знаю, спасет мир только слово. И произнесший слово для всех для нас един.